Всем привет! Сегодня будет распаковка колонки. Я ее только что забрал с почты и так вот просто надрезал упаковку, чтобы понять, что мне пришло. И эта колонка называется Music Speaker. Логотип у нее такой с буквой F. Чем-то напоминает всем известные брендовые колонки Beats. Но это китайская копия, и мы посмотрим, что она себе представляет. Так, у меня она не красная должна быть. В комплекте переходничок, колонка и провод, вероятно, для зарядки. Так, это я убираю в сторонку. Тоже. Набор пупырышек и вот такая вот колонка. Так, качество сборки смотрим. Это пленка здесь, но материал очень приятный на ощупь, белый пластик, не запятнанный, не грязный, решетка такая. Так, вот эта кнопка, оказывается. Давайте попробуем. Вау, говорит даже. Bluetooth говорит, девайс готов для подключения, если я не ошибаюсь. Что это за фигня такая? Это как будто наклейка для чего-то. Типа можно наклеить куда-то. Не знаете? Так, Bluetooth девайс ему нужен. Фиг его знает, как его подключить еще. Во, появилось. BT-спикер, Bluetooth-спикер. Так, теперь переходим, наверное. The Bluetooth device is connected successfully. Круто базаришь для китайского динамика. Так, музыка. Музыка играет.